Всем привет! Хотелось бы поговорить о двух сайтах по названиям Epicloud и Dota.net. На обоих сайтах я, так сказать, посхапил большое количество денег, лично для меня. И хотелось бы вас, так сказать, предостеречь, возможно, наоборот, смотивировать, влить в эти сайты энную сумму денег, чтобы вы, возможно, могли бы окупиться. Сразу же скажу то, что в этом видео будет очень много воды, поэтому я пытаюсь оставить какие-то тайм-коды, чтобы вам было легче ориентироваться в нем. Ну, либо просто скипайте там в конец, скорее всего, я там сделаю уже какие-то выводы и подведем итоги. Также хочу акцентировать внимание на том, что я картавлю, и многих людей это смущает, напрягает, у некоторых льется кровь из ушей. Поэтому, если вы из этого числа, просто скипайте это видео и берегите себя и своих близких. Не хочу никого обидеть, поэтому серьезно, скипайте просто. Вот, поговорим мы об этих двух сайтах, но начнем немножко сдалека. Что же нам предоставляют данные сайты? Соответственно, за, так сказать, незначительную сумму мы можем озолотиться. То есть получить довольно-таки дорогой предмет, вложив в него, ну, грубо говоря, там рублей 100, 200, 300, а то и даже 400. И данный товар может у нас преобразоваться в какую-либо аркану, которая стоит, ну, в текущих реалиях в районе 2000 рублей. Вот. Но, как показывает практика, что лотерея, что казино, их не обмануть. То есть всегда человек, который создал лотерею или владелец казино, всегда будет на варе. Казино не обмануть. Как бы вы ни старались. Даже если у вас получилось, вы действительно там вложили там даже рублей 200, а выиграли 2000, это повезло только вам. Во всех остальных случаях казино поимело всех остальных. То есть победили вы, всех остальных она поимела. И получила с этого бабки. Вот. Поэтому там присутствуют три основные схемы. Первая, грубо говоря, назовем их так, категория людей. Первая категория — это которые пытаются с минимальными вложениями окупиться. То есть вложив вот как раз-таки эту маленькую сумму денег и думать о том, что вот он как раз-таки победитель, либо главный герой какого-то сериала, и по-любому вытащит золотой билетик и поедет куда-нибудь с Вилли Вонкой. Вот, такие люди, как правило, сильно ошибаются, и в текущих реалиях это фактически нереально. Один шанс, ну, безусловно, на миллион, если можно так выразиться. Второй же тип людей, он уже более интересен, это люди, которые уже целенаправленно готовы вложиться в какую-либо, условно говоря, проект, в данном случае либо лотерею, либо казино. То есть у них уже есть энная сумма денег, довольно-таки весомая. И они уже понимают то, что вливая в это казино, либо покупая билеты в лотерею, они рано или поздно все равно купятся. То есть, грубо говоря, в условный ноль ты не уйдешь. Если в первом случае у тебя малое количество денег, и ты играешь в русскую рулетку, либо да, либо нет. Все. То есть, либо ты получаешь куш, либо ты получаешь нифига. Тут же люди уже, грубо говоря, по каким-то там энным схемам все рассчитали, и хоть какой-то навар они с этого имеют. А иногда даже действительно уходят в плюс. То есть схема действительно рабочая. Естественно, присутствует доля риска, но в данном случае, как бы странно это ни прозвучало, она минимальная. Вот. И третья группа людей, которые просто гонятся за эмоциями, которые просто хотят вот ощутить вот этот вот некий адреналин, вот это вот чувство, то, что азарт, то, что вот сейчас мне повезет, вот сейчас что-то будет. То есть они готовы просто вливать в это в деньги, не целясь на результат. То есть он может себя там как-то обмануть, то, что вот я хочу победить. Но на самом деле человек гонится просто за этими эмоциями. То есть ему нравится вот этот вот адреналин, который вот это чувство азарта. И вот он просто живет фактически уже этим. Я сразу же забегу вперед, как раз таки отношусь вот к этому третьему типу людей. То есть я прекрасно осознаю то, что выиграть у казино, либо выиграть лотерею, шансы, ну, действительно минимальны. Хоть даже и есть в моем жизненном опыте примеры, когда я выигрывал, будучи в категории людей под номером один. Вот. Расскажу как раз таки эту историю, то, что в детстве, не помню, какой это был год, мы с другом пошли в кинотеатр. На втором этаже располагался компьютерный клуб. Билет тогда стоил рублей 25, может 35, сейчас точно не вспомню, на один час. Вот, мы оплатили там где-то час-полтора, точно уже сейчас не вспомню, и кассирша нам отдала 5 рублей. 5 рублей были друга, тут тоже немножко акцентирую на этом внимание. Он отдает мне и говорит, ну вот иди там кинь в автомат. Там такие стояли автоматы, там три семерки, там вот эти вишенки, там и так далее, и так далее, и так далее. Люди
Порой там даже толпой стояли, там, я помню, был мужичок такой прям с мешочком вот этих пятерок и прям закидывал, 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 закидывал целенаправленно, чтобы выиграть какое-то количество денег. Потому что там была не только одна комбинация три семерки, там было три шестерки, три двойки, там и так далее, и так далее, и так далее. И с этого можно было получить тоже какую-то энную сумму денег. Так вот, друг мне дает вот эту вот монетку, я ее кидаю. Ну да, вы все правильно поняли. Я выиграл. Я выиграл в этом автомате, у меня выпало три семерки, и на тот момент это было вроде 1000 рублей, если мне память не изменяет. Эти монетки сыпятся, 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 у меня такой прям детский азарт, я прям не знаю, что делать. Там мне какая-то женщина кликнула, говорит, мол, беги в буфет, возьми там какой-нибудь пакетик, чтобы все это удержать. Я бегу в буфет, там все уже в курсе в этом кинотеатре, то, что какие-то два шкета смогли выиграть 1000 рублей, ну, в этом автомате три семерки. Я беру этот пакетик, мы там берем все это, загребаем, блин. Лицо того чувака, который закидывал монеты до нас, это просто бесценно. Я никогда в жизни, наверное, этот взгляд не забуду. Наверное, он хотел нас убить. Но не суть. Я это просто к тому, то, что вот просто 5 рублей, один шанс на миллион, я выиграл. Естественно, я с другом поделился, потому что это его 5 рублей, а везение мое. Вот. Больше никогда мне в жизни не везло, сразу скажу. Вот. И это просто к тому, что весь этот алгоритм, он уже продуман. Что в электронном плане, что более физическом в плане вот этих автоматов. Когда вы закидываете энное количество денег на сайт, он вас все равно пытается подцепить. Он все равно пытается подцепить. Например, вначале вы можете просто, грубо говоря, обосраться, но в какой-то энный промежуток времени вы прям выиграете в казино. То есть появится такая иллюзия, то что вы number one. Ну, потом она, естественно, стирается. Вы можете посмотреть кучу других видео по подобным сайтам, даже, может быть, по этим, где люди, условно говоря, проигрывают. Ну, тоже выигрывают. То есть я это к тому, то, что эти сайты, вообще эти лотереи, казино и так далее, сделали не тупые люди, которые прекрасно знают и психологические моменты, и более такие технические, логические и тому прочее. То есть все это уже просчитано. Это и математика, это психология, это все вместе. Это рабочая формула, которая уже, не знаю, там десятилетиями, если там не столетиями уже работает. Поэтому, как я сказал ранее, обмануть казино нельзя. Везение есть, но в итоге вы все равно окажетесь в минусе, условно говоря. Так вот, будем рассматривать вот именно эти два сайта. К сожалению, данных по Dota Нет, я сейчас собрать не смогу, потому что, можно так сказать, я чуть-чуть обиделся на этот сайт. Я посмотрел видосы по нему, где люди говорили то, что да, там вот можно выиграть, там открывали какой-то кейс, вот не знаю, там за 246 рублей. Им действительно выпадал вот этот пример, кто там, ну, такой площадке стоит чуть ли не 5000 рублей. И, блин, подкрутка, не подкрутка, ну, возможно, оно реально работает. Такое тоже не исключено. Естественно, я попробовал, если мне память не изменяет, открыть кейс с Джаггернаутом. Я купил его, нажал купить, оплатил, все. Сижу, жду там. Личный кабинет там немножко чуть-чуть отличается, когда вы на него зайдете. И в истории заказов ничего не произошло. То есть, грубо говоря, никакого предмета, ничего я не получил. Я зашел в историю и смотрю то, что там есть просто предложение с памяткой еще раз, то есть попытка на мату за 2000 рублей. Ну, то есть 2000 плюс 700, ну, мы понимаем то, что легче было купить органа у Габена. И то, ну, понимаете, 2000 рублей, это еще не факт, что ты выиграешь. То есть тут пан или пропал. То есть как раз-таки та русская рулетка, о которой я говорил ранее, то что здесь вы либо выигрываете, либо проигрываете. То есть нет какого-то альтернативного предмета, либо что-то еще. Может быть, как в каких-то кейсах он есть. Как я сказал, я сделал одну попытку и очень обиделся на этот сайт. Поэтому сказать точно не могу. Поэтому, если хотите проверить, пожалуйста. Я бы лично не рисковал. То есть, грубо говоря, я потратил 722 рубля, потом мне дали еще предложение за 2000, и не факт, что ты еще выиграешь. Естественно, ты, если открываешь какой-то кейс Аркана, они дают вот такое еще предложение на розыгрыш Аркана на Пуджа, который проходит там раз в час или что-то в таком духе. Я попытался в ней поучаствовать, но там должно набраться около 5 людей, и только после этого она разыгрывается. Насколько там правдивый розыгрыш, тоже сказать не могу. Потому что пытался раза два-три, там где-то 1,5 часа потратил, но так и не смог в ней поучаствовать, потому что либо людей не хватало, либо еще какие-то там заморочки с сайтом. Я сказать уже не могу. Я после этого разлогинился и на него больше не заходил. К сожалению, я оставил там свою ссылку, но думаю, ничего страшного с этого не будет. Сайтом же Epicloot тут уже все поинтереснее. Это вот типичный сайт с кейсами, которые, может быть, вы когда-то сами даже открывали альтернативные. Тут, когда вы открываете какой-либо кейс, у вас есть еще шанс. Ну, давайте какой-нибудь дешевый откроем, чтобы более наглядно так показать.
У вас крутится рулетка. Ну, вы можете на нее не смотреть. То, что вот здесь вы подумаете, то, что вам выпадет какой-то другой предмет, это не так, это никогда в жизни не будет. Вам выпадают вот эти вот всегда последние. На них вы уже акцентируетесь, их три штучки. Их три штучки с разной стоимостью. Но эта разная стоимость, она, как правило, не варьируется. То есть она где-то находится в одном ценовом диапазоне. Очень редко можно встретить, чтобы там один предмет стоил, например, там 10 тысяч, условно говоря, а какие-то 20-30. То есть такого большого разрыва никогда не будет, они все равно будут находиться в одном ценовом диапазоне. Ну, соответственно, это все в зависимости от кейсов. Например, если какие-то там кейсы с арканами и тому прочего, на которые я как раз-таки иду, поэтому я записываю это видео весь красный, потому что я, честное слово, просрал очень много денег, но сейчас мы к этому еще придем. Кейс с арканой, он представляет нам также три аркана, которые две из них, возможно, даже могут выпасть на Тетчиса, и третья аркана, возможно, выпадет на героя, которым я вообще не буду играть. Ничего не хочу против сказать. Вот там человек Тераблейд выпал. Вот. Ну, просто может получиться так, потому что действительно на этом персонаже я не буду играть. И, естественно, я буду ее продавать. Это также имеет единственный, наверное, плюс, то, что это легальный вывод денег в Steam. Текущая ситуация в стране, вы сами понимаете, какая. Либо нужно будет через сторонние сайты все себе это пополнять, там, либо улетать в Турцию, либо в Казахстан. Ну, нет, регион через людей, у которых есть карточки. Вот. Если вы не хотите с этим заморачиваться, вот, пожалуйста, вывели деньги в Steam. Все это действительно работает. Наперед забегу, сайт действительно выводит предметы. Ты их продаешь на такой площадке без всяких банов там и тому прочего, и получаешь с этого кэш. Перейдем как раз-таки к тому самому Battle Pass, который всех тут цепляет так, на этом сайте. У него есть несколько этапов. Я уже дошел, как вы видите, до последнего специально. Если хотите, есть куча видео в интернете, вы можете сами поискать. Там все этапы поэтапно разбираются, если можно так выразиться. В сумме у вас уйдет, наверное, 1007, может даже больше. Честное слово, я еще не считал особо, но 1007 точно ушло. Чтобы получить одну аркану. И, как я сказал, скорее всего, две из них или одна железно будет на Тетчиса. Наверное, 90% будет на Тетчиса. И две на выбор. Вот. Но если вы возьмете аркан на 3 часа, влив 7000 рублей, блин, я вам точно не завидую. Может, я не такой уж прямо лох. Ну так вот, перейдем к тому, то, что сайт действительно работает. То есть вы открываете, получаете на предмет, либо продаете его сразу на сайте, либо выводите. Вывод, как я сказал, работает просто безукоризненно. Сразу же забегу вперед. Вот у меня вот лучший друг есть как раз-таки, когда я окупился. То есть это была такая золотая середина, где-то на 10 этапе, когда я влил уже энное количество денег и ушел, просто говоря, в минус. У меня там осталось там один, то ли два предмета, но я просто сидел уже такой на тильте. Да блин, что я опять все слил? Зачем я это сделал? Да, конечно, нервишки себе пошалил, но по итогу-то что с этого взять? Ну, все равно было приятно. То есть я, как я сказал ранее, гнался за эмоциями, я их получил. Так вот. Сайт все равно, как я сказал, есть какие-то иные формы, которые пытаются тебя как-то зацепить. И вот смотрите, 77 рублей у меня было. Шанс 6%, я просто там самую максималку впаял, там на X10, который идет ровно на апгрейды. То есть вы ставите предметы, и есть шанс то, что вы их улучшите на иную сумму. На Dota Lounge, если мне память не изменяет, была такая схема, когда еще там были ставки. Может, ошибаюсь, не бейте. Может, сайты путаю, это было давно. Вот, и я влил 77 рублей. И получил за это 1000. Целую 1000 рублей. Потом также в контрактах, извините, я еще там накинул пару предметов. 12 рублей, соточку, грубо говоря. И как раз тот предмет, который я выиграл, бац, мне уходит контракт на 2000 рублей. То есть из 1000 я сделал 2. На тот момент я где-то влил, ну, наверное, 1500 точно. Двух не было, это точно. То есть, грубо говоря, я ушел в условный плюс. Естественно, когда ты продаешь этот предмет на торговой площадке Steam, Valve же у нас бедная инди-компания и, соответственно, забирает очень много процентов себе, ты получишь, ну, в районе, наверное, 1800, может, даже меньше, не знаю. У вас математика там получше, посчитаете. То есть, грубо говоря, если вы хотите именно вывести деньги, вы сразу минусуете n процент, потому что Valve себе это заберут. Если вы там, конечно, на слова с какими-то челами сможете договориться, там, не знаю, на каком-нибудь Dota Market либо еще что-то, отлично. Если нет, будете просто через торговую площадку, получаете деньги.
Быстро. Единственный нюанс, соответственно, когда бот вам отправит трейд, вы его примете, у вас будет бан, ну, где-то на 10 дней. Ну, бан имеется в виду не инвентаря, а именно самого предмета, чтобы вы понимали. И после этого вы сможете его продать, либо передать. Либо же, соответственно, вы можете сразу же этот предмет просто слить с сайта. То есть нажимаете продать, получаете энергию и также денежку на открытие нового сайта. Энергия — это тоже валюта. Там дается вот эти вот кейсы, по сути, бесполезные. Там даже в самом дорогом кейсе, ну, хоть и есть такие предметы, но вы на них можете даже не смотреть. Шанс на то, что вы их выбьете, ну, 1 на миллион. Просто 1 на миллион. Поэтому рассчитывайте вот на эти предметы, то, что вот из нижнего пула. И что-то, глядишь, вам из этого пойдет. То есть, грубо говоря, гонка за энергией, которую вы покупаете, вот паки какие-то, либо тут вот секрет паки, тоже могу их, условно говоря, посоветовать. Потому что, к примеру, если вы покупаете, вот, например, пак на Мипу, грубо говоря, вы получаете помимо суммы, которую вы пополнили, также еще 3 кейсика. Естественно, по всем алгоритмам делали умные люди и так далее, и так далее, вы ни хрена туда не выбьете. Вот. Ну, зато будут предметы, которые как раз-таки можно будет пустить на апгрейд, либо контакты. Контракты, извините, оговариваюсь. Вот. Они, как правило, намного более интереснее. Ну, если судить по моему примеру, что в апгрейде, что в контракте, я получил, соответственно, предметы, которые были в X, там, 10 лучше. Где-то в X2. Вот. Сами же кейсы, ну, я лично ни разу ничего из них прям сверхдорогого не выбил. Там, помню, загадного кейса, вроде какой-то предмет за 600 рублей я выбил, все, это потолок, то есть плюс 200 ушел, все остальные, все кейсы были в минус вообще, все просто, ни в одном я ничего дорогого не получил. Как я и сказал, только либо в апгрейдах, либо в контрактах. Ну, все это, грубо говоря, мое мнение, поэтому вам может повести, либо, наоборот, не повести в тех или иных ситуациях. Перейдем как раз-таки вот к этому батл пассу. Я дошел вот именно уже до последнего этапа, где нужно просто уже открыть кейс, который будет вот именно последним этапом. Ну, точнее, их будет несколько серий случайно, но я думаю, все люди доходили до 15 этапа только. Который как раз-таки нам даст вот этот вот кейс с арканами, про который я говорил ранее. Сам же вот этот кейс, сувенирная аркана, где, ну, априори мы смотрим самое худшее, что нам может упасть. Что у нас тут? Аж глаза разбегаются. Просто рассчитывайте то, что вы ничего не выиграете. Ну, две арканы в ряд, я сидел на этом сайте довольно-таки продолжительное время, ни разу не видел, что выпало сразу две арканы. То есть тут, как видите, лучше лут высвечивается, этот огонек, наверное, тут уже полдня висит. И то это стопроцентная аркана, чтобы вы понимали кейсы, о котором я говорил немножко ранее. Так вот, этот кейс на последнем этапе стоит 3000 рублей. 3000 рублей. Ну, чтобы вы понимали. И до этого там есть еще куча этапов, где нужно как раз-таки использовать вот эти контракты на апгрейд там, и тому прочее. То есть вы вольете в этот сайт железно 7000 рублей где-то, плюс-минус. При самом лучшем даже везении. Вот, ну не будем тянуть кота за яйца, и я вам как раз-таки покажу то, о чем я говорю раньше. И ждем аркан на Тетчиса. Соответственно, не с этого кейса, а со следующего. Мы крутим, крутим, крутим. Ну, как я и сказал ранее, то, что вот эти дорогие предметы, вы на них даже не смотрите. Стоп, стоп, аркан на Тетчиса. Блин, я пытался делать это видео без монтажа, но, господи, капец, там какая-то прослушка или что? Прикол какой-то, да, походу? Окей. Ладно, все, мы забрали аркан на Тетчиса, и я уверен, теперь мы заберем еще и вторую. Потому что, как я сказал, с 90% шансом у нас будет еще одна аркана. Ну, вы сами, наверное, посчитаете сейчас в голове то, что там кейс стоил 3000 рублей, я получил, грубо говоря, 1500. Я ушел в минус 1500 сейчас только что. Я, безусловно, рад, то, что мне выпала аркана Тетчиса, я ее так хотел, желал. Сейчас аж две арканы получу. Вот. Но суть в том, то, что вы сами все прекрасно видели, я ушел в минус. Поэтому еще раз скажу вам, нужно вовремя останавливаться. То, что нужно вот искать вот этот вот золотой баланс, чтобы взять, остановиться. Я вот когда выбил вот этот предмет на Windranger, мне нужно было просто остановиться, я ушел в плюс 500 рублей, все, забыть про этот сайт, поставить ему лайк, там написать комментарий, как все хорошо и тому прочее. Кстати, немножко переключусь быстренько. В Dota In тоже есть ряд комментариев, когда мы заходим в какой-либо предмет, немножко тоже его так погажу им. Я там оставил комментарии, нормально, без мата, без ничего. То, что, ну, мол, просахапил 722 рубля, которые удалили, ну, наверное, спустя минут 10-20.
То есть они чистят комментарии, поэтому на все вот эти изи, топ-1 там и так далее не особо видитесь. Может, да, действительно людям там что-то крутое выпадало, но гневные комментарии даже с хорошим посылом, то, что они их удаляют. Я просто написал то, что я просто хапил, я идиот, я лох, но они все равно это удалили. Поэтому гневные комментарии вы здесь не найдете. Ну ладно, мы идем за еще одной на Т-часа. Ну вот и они. Кто бы сомневался. Я лично вообще не удивлен. Ну, от слова совсем. Ну, берем самую дорогую. В данном случае это у нас будет Нетерблейда. Сместим огонька. То, что вот мы ее смогли получить. Огонек все еще здесь, да? Ну, хорошо, ладно. Пусть будет. Недостоин я, походу. Все-таки врага, наверное, дороже. Может, там какой-то у него гем красивый вставлен. Ну, сомневаюсь. Мне кажется, они без гемов идут. Ну вот все, что я хотел сказать по поводу этого сайта. Как я сказал, то, что я ушел в офигенный минус. То есть, если вы считаете то, что это того стоит, флаг вам в руки. Пробуйте. Я же скажу то, что это того не стоит. Если вы гонитесь исключительно за эмоциями, пожалуйста. Это реально отличный сайт. Все на нем работает. То есть вы можете залтиться, можете все проиграть, вывод рабочий. Мне никакой накрутки не платили и так далее. Это уж поверьте. Все еще другое самое примерно считается. Как я сказал, лично вот из моего опыта я вам советую использовать вот именно контракт и апгрейд. Может, повезло исключительно мне, но я думаю, то, что там все-таки есть какая-то математика, которая как раз-таки работает именно не в угоду кейсам. То есть на кейсах вы, условно говоря, сливаете бабло, а тут уже реально играете в рулетку. Играете в рулетку, и как бы это странно ни звучало, она намного больше перспективнее, чем же на том же сайте Dota.net, где вы вообще ничего не получаете, и как-то за это обидно. Тут же в этом случае вы тоже можете ничего не получить, но у вас очень богатый выбор. То есть вы можете там выставить x1, x2, там x10 и так далее. То есть регулировать как-то вот эту стоимость и вот это процентное соотношение. Но оно тоже может вас обмануть, ввиду того, то, что когда я тут крутил, я не знаю, где-то там был шанс вообще 83%, я сейчас точно не найду, потому что сайт почему-то не отображает эту информацию. И у меня было соотношение где-то 87%, и я просрал. Вот. И мне приходилось снова донатить, чтобы как раз-таки добить вот этот кейс и показать вам, как это все это работает. Наверное, повторюсь еще раз, не делайте этого, серьезно. Найдите какую-то золотую середину. Вот. Если у вас получилось что-то в таком духе, вы вывели деньги. Отлично. Вы молодец. Казино вы не обманете. Хорошего вам дня. Удачи.